придумали культуру. Мне очень нравятся сейчас слова, знаете, украинская, русская культура. Как это можно делить, допустим, живопись Сурикова или Репина на украинскую живопись, там, которую нарисовал Шевченко, там, как, полотно, вернее, Шевченко. Что это такое? Как это вообще возможно? Делить одну живопись от другой. Это живопись для чего? Вообще, почему красота? Почему культура? Потому что мажорные мелодии. Потому что, вот помните, там, Моцарт, веселая, мажорная музыка, праздник, всем все нравится и так далее. А потом, куда это скатилось? Минорная, там, и сизый, полетел по лагерям, давайте пострадаем вместе со мной и так далее. То есть, страдальческая музыка, мучащая, мне не нравится, я стремлюсь, пусть эта жизнь скорее закончится, все вокруг очень плохо, мне... Так а что ж будет хорошо, если даже малое не нравится? Если уже все не нравится? Такой весь в большинстве своем мир люди отодвинулись от культуры. Им не нравится музыка. Им не нравится живопись. Им не нравится жизнь. Им не нравится, как они живут. И они думают, мне будет хорошо, если у меня будет это. Не будет. Почему? Я знаю тысячи случаев таких. Прям тысячи случаев, когда как был букой маленьким, без денег, потом вырос и остался букой, только с деньгами бука. И все вокруг должны страдать. То есть вот у человека есть деньги, есть возможности, есть жена красивая, все есть. Нет. Вот тут он утром встает и не так поднесли, не так подышали. Ты меня не любишь, ты на меня не смотришь, ты не такая. Волосы не такие, глаза не такие, все, меня никто не любит, вы меня только используете. Потом, так, это не так, машина не такая, люди не такие, ага, подонки, подлецы, сволочи, всем докажу, вы подонки, вы сволочи, негодяи, сволочи, подонки, негодяи. Так, я сейчас в интернет зайду, сейчас всем напишу, ага, сволочь, подонок, негодяй, все пусть знают, сволочи, подонки, негодяи. То есть тебе плохо, у тебя гипертония, сахарный диабет развивается, ты вообще какашка с самого детства. У тебя вообще ничего в жизни не нравится. Бог тебе помог, он дал тебе возможность там кармически заработать. А теперь тебе ничего не нравится. И все вокруг должны жить так. Знаете, когда человек, сидя за столом прекрасным, рядом с близкими, которые любят этого человека, искренне любят, начинает говорить, вы не такие, вы какашки, вы меня только используете и так далее. Имел бы совесть, включи хоть что-то. Человек говорит им открытыми фразами, он говорит, мне плохо, я ни от чего не радуюсь, я не знаю, как радоваться, и вам плохо теперь, не радуйтесь вместе со мной. С кого же это начнется? Но его же должен кто-то обучать. Кто? Ну те, кто и рядом с ним находится, ведь женщина это пример, там дети это пример. Вот вы женщина, вы слабая, научите мужчину радости. Это же несложно сделать, научите радости. Будьте примером радости. Почему? Женщине же легче быть радостной. Ногти-то, май, ногти какие красивые, радуетесь. Одежда какая-то красивая, радуетесь. Там улыбка, радуетесь. Приготовили что-то там, похлопотали, радуетесь. С детками стишок рассказали, там мужчина может радоваться. Понимаете, это же в наших руках. А мужчины, им, конечно, тяжелее. Почему? Надо деньги зарабатывать, но в этом тоже можно радоваться. Бизнес не получается. Я пришла, ага, собака не хочет ничего покупать. Да что им тут этим надо вообще? Почему у меня людей нету, и товар не такой, и вообще и ногти у меня не такие, иной, и сынок мой, блин, у него 100% все плохо, и мама моя не звонит. Так, чем же мне заплатить? Так, и машину поремонтировать, еще эти покрышки, ёханый баба, еще грязь сегодня. И я голодная, снова обожралась, да что ж такое, так, последние новости посмотрю, последние новости, вот ты, вот дурачки какие, а-ха-ха, вот дурачки, блин, какие сумасшедшие. Если Бог видит такую женщину, и он анализирует ее, то там все время, как Морзе, знаете, не нравится, 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 не нравится. Не, ну если, как говорят в Одессе, если тебе не нравится, если тебе нравится то, что не нравится, то тогда надо давать тебе побольше того, что не нравится. То есть, если человеку не нравится что-то, то ему нужно дать побольше не нравится. И человек говорит, надо же, раньше было плохо, а сейчас еще хуже. Не переживайте. С такими темпами, если вам дальше будет не нравиться, то того, что вам не нравится, будет больше.
И когда будет, допустим, вам не нравится еще сильнее, вы будете сеять то, что вам не нравится, чтобы и остальным не нравилось, то вы будете еще и ВИЧ-инфекцией для окружающих людей, которым будет тоже все в жизни не нравиться.